У тебя будет всего лишь один шанс, чтобы пройти эту карту. Тебе будет непросто. Если ты допустишь ошибку, то ты будешь возвращен назад и начнешь все с самого начала. Действуй. Эй, а кто это говорит вообще? Ничего себе! А ну-ка, как это работает? В общем, я тут оказался в какой-то обе, и у меня всего лишь одна попытка, чтобы пройти эту карту. Если вдруг я допущу хоть единую ошибку, сделаю то я начну вот с этой черной будки с самого начала. И неважно, докуда я дошел. Ну что ж, погнали, давайте будем вместе пробовать, друзья мои. Так, пока все легко, прыгаем на квадратики, справляемся. Вот здесь уже посложнее, конечно, будет. Опа. Ой. Ой. Так, я стою. Нет, я стою. Посмотрим, откуда я начну. С самого начала, здорово, не правда ли? Ну что, окей, пока все легко. Ах, тут еще и игроки толкаются, зачем? Нет, я все равно постараюсь пройти эту карту, только не мешайте мне, слышите? Не мешайте мне! Нет! Ну почему? Так, друзья, все сломались. Мы с вами должны выстоять. Голова полетела. Не, ну я должен пройти вот эту штуку. Итак, внимание. Внимание, штука. Привет, голова. Окей, guys. Есть! Отлично! Идем дальше с вами. Так, теперь зелененькие квадратики. А здесь что? А здесь что? Как, ребят, подскажите мне. Так, сначала туда, потом куда. Ух ты, как у вас получилось. Все здорово. А у меня нет. А сейчас самый главный этап вот этот сложный. Пройти бы его. И все, тогда будет. Все, я его прошел. Так, я иду теперь здесь. Вот сюда. А, там надо зеленую перепрыгивать, да? Ну ладно. Чувствую, я буду в этой игре очень долго и усердно нервничать. Потому что мне уже маленько подбешивает все, что здесь происходит. Ладно. Раз, два, три, четыре. Отличненько. Тут мы прошли с вами. Замечательно. Идем теперь сюда. А вот теперь на красную перепрыгиваем. Опа, опа, опа. А это что такое? Так, здесь надо, по-моему, вот так. Что я сделал? Я не знаю, но я как-то это перепрыгнул. Так, все. А, замечательно. Пожалуйста, не надо допускать ошибку. Господи, какая же она огромная, эта карта. Я не хочу начинать с самого начала. Ну кто ты? Бог вселенной, кто ты там говорил вообще? За что? Почему? Нет. 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 Это же супер маленький квадратик. Фу-фу. Так, все. Отлично. Хорошо. Не надо этого делать. Ой, ну как тут? Как тут? Как тут угадать? Hello, приятель. Да. Бедняга рассыпался. Ладно, придется самому действовать. Ну что, друзья, зеленое или красное? Зеленое или красное? Ну, какое? Камон, подсказывайте. Как это он сделал? Эй, прыгун. Почему у меня ничего не выходит? Я на пути уже. На пути уже к тому месту. Все, отлично, я тут перепрыгнул все это дело. Как он там? Вот так, вот так. Воу-воу-воу, у меня тоже получилось. Я прям как ниндзя. Хрясь-хрясь-хрясь. Быстро справился. И теперь вот эти вот штуки. Это легко. А вот это уже, конечно, посложнее. Ух ты, блин, как же здесь. Раз, и два, а три. А, замечательно, справились. Так, а что тут? И тут нужно угадать. По-любому нужно угадать, какая. Но мне никто не подскажет, потому что там все ребятки и делают. Посмотрите, они просто там сыпятся один за другим. Один за другим там рассыпаются. Ну вот мне кто может подсказать, какую здесь нужно угадать? Как это вообще сделать, друзья? Вот как-то есть вообще какой-то способ, как можно сделать, какая здесь рабочая эта штука? О, кто-то идет. А ну-ка. Так. О, да я вижу, ты уже умелец, проходил. Окей, окей, я тоже как ты буду. Вот так смотри, оп, оп, оп. Не, ну реально, мне хочется плакать, потому что, ну что это такое? Я так уже далеко дошел, и теперь с самого начала прыгаю тут со всеми. Ай, ай,
Вот так вот. Посмотрите, как я лаву стал быстро проходить. И вот здесь я уже замечательно прохожу. Да и вот тут, собственно говоря, опа, опа, все прошли мы. Все, я уже вот тут просто супер-пупер прохожу. И здесь замечательно я прошел. Так, вот тут уже посложнее будет. Оп, оп, оп. Да, и тоже, в принципе, проходим. Тут легкотня. Зачем я сказал слово легкотня? О, вы не видите слезы на моих глазах. А ведь они есть, друзья, потому что это тяжело. Господи, ну кто же проходил эту карту когда-нибудь в жизни вообще? Ну почему только один шанс? Ладно, я иду, я прыгаю сюда. Нет, вот так. Оп. Что за линия сзади меня? Она меня еще больше мне мешает. Оп, оп. Пяум, пяум. Так, вот здесь не надо говорить, что легко. Здесь супер тяжело. Вот, поэтому вот так я прохожу. Здесь тоже тяжело. А вот здесь вот легкотня. Тут какие-то дрова. Нет. Все, вот тут. Раз. Два. Так. Три. Четыре. Пять. Есть! О! Раз. Два. Мама. Пожалуйста, не делай этого. Роблокс. Отлично, замечательно, друзья. Так, я уже дошел довольно-таки далеко. Держите за меня кулачки. Ставьте мне лайки. Они очень мне помогают, чтобы я проходил дальше. Прыгаю. Так, тут все легко. Замечательно. Давай сюда сразу. Так, тут, в принципе, тоже все легко. Так, какие-то шляпы будут сейчас. Лишь бы они там не исчезали, не моргали, ничего. О, май гюднес. Эти шары, они шатаются? Нет, они не шатаются. Это замечательно. Так, какой-то мост водяной. Я по нему иду. Мне кажется, сейчас уже так, довольно-таки легко. А вот тут уже... Тяжело! Нет! Я так уже далеко дошел. Но почему? Скажи мне, чувак, почему? Я же сказал, что ты не справишься. Ха-ха-ха, глупец. Ты очень еще плохо играешь. Ты никогда не сможешь пройти эту карту. Эй, да кто бы там ты ни был, слышишь? Я все равно пройду ее. Вот попытаюсь и пройду. Вот, кстати, я уже практически дошел до того места, откуда и начинал. Только, пожалуйста, не надо этого делать. Все, вот я прошел. Видишь эту карту? Сам ты глупец, кстати. Вот какой-то мостик, тра-та-та-та-тостик. Ой, теперь куда? Не знаю, да-да-да. А! Фух, я уж боюсь, куда это вообще идти. Я же ничего же не знаю тут. Где тут будет «ы», а где не будет «ы». Так, этот квадрат из Майнкрафта. Куда он меня несет? Я так думаю, сюда. Замечательно. Так, теперь сюда. Ух ты, блин, и на какие квадратики можно прыгать? А может, мне нужно просто по вот этой линии идти? Я думаю, что да. Фу-ху-ху. Класс, я догадался. Так, там какие-то машинки. Так, тут лазеры. Мама. Нет, и нету. Машинки. Бррр, Данюшка любит их. Данькины машинки. Так, ну тут понятно. Я думаю, что мне нужно прыгать вот сюда. Нет, наоборот, не нужно. Ну все, я сейчас буду реветь. Вы никогда меня такого не видели, чтоб я плакал аж да. Опять все заново! Так, друзья, я снова дошел до этого места. Вот они, эти значки Roblox. И я просто по ним прыгаю. Все, просто мне нужно по ним идти прыгать. А вот здесь аккуратно. Вот здесь аккуратно, потому что мне не нужно задеть эту красную линию. Аккуратно, Roblox. Все. Замечательно, прошли. О, май гюднес, а какая здесь дорога? Да, конечно же, здесь не будет красная дорога, а зеленая будет, потому что она тяжелая. Я не знаю, или может быть я просто сам взял, выбрал этот путь. Ну, начнем с тяжелого. Пойдем по этой линии. Пам-пам-пам, пожалуйста, только не падай. Слышишь? Так, друзья, есть. О, май гюднес. Какие-то кнопочки маленькие. Так, какие-то квадратики малюсенькие. Прыгаем по ним. Оп, лесенка. О, фу, что такое? А, вы зачем меня так пугаете? Где моя голова? Почему я вижу только свою прическу? Я так не хочу с самого начала начинать, но я очень далеко дошел. Ну, мы с вами уже практически у финиша.
Ну что, я пока не хочу каких-то делать заявлений. Ну давай пройдем, а? Ну осталось-то совсем ничего. Нет, я думал, я уже падаю. Так, друзья, что здесь? Какая-то супер комната такая узенькая. Так, хорошо. Осталось совсем чуть-чуть. В эту яму можно прыгать? Нет, ее нужно лучше обходить стороной. Что? Мне не дают пройти. Здесь надо идти? Я не знаю. Что сделать нужно? Ай, нет, это же будет самый тяжелый момент в моей жизни игре в Роблоксе. Есть шанс упасть в эту жижу. Но я могу просто сделать. Либо она меня туда как бы... Она такая сквозная будет. Слушайте, ну я думаю, она... Ничего нам не будет. Давайте попробуем. Есть, я угадал, друзья. Потому что мне показалось, что там как она как прозрачная. Я так уже далеко дошел. Вот он финиш, вот она синяя буточка. Ну, я не знаю, какой цвет выбрать. Камон, почему, за что? Ай, выберу желтый. Я не знаю почему, но я поскакал по ней. Может быть, я угадал, а может быть, они все рабочие были. Ну вот же, вот он финиш. Давай по черному квадратику побежим. Есть. Так, что здесь? Да ладно, мы что, прошли? Я это сделал, друзья. Я это сделал, я прошел это обе. Класс, это было непросто. У вас одна попытка, у вас одна жизнь, чтобы пройти. Вы никогда не должны допустить ошибку, иначе вы просто заново все будете проходить. Поэтому слышишь ты там меня? Кто бы ты там, что ты там не говорил, я прошел этот уровень! Да, ты был прав. Ну ладно, в следующий раз я тебе придумаю задание помощнее, а сейчас прощай! Давай-давай, счастливо! Можно на стуле посидеть с кошечкой, можно Данечку взять на ручки и посидеть с ним вот так вот. Ну, в общем, все замечательно, мы прошли с вами этот уровень и говорим спасибо, друзья мои, и ставьте лайки как можно больше. Данюша, ну скажи всем туда привет. 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 Друзья мои, ну что, с вами был вот такой сегодня Roblox, необычная такая карта, которую я прошел. Если вы желаете ее пройти, то обязательно попробуйте. И как у вас получится, напишите потом в комментариях. Всем удачи, всем пока-пока! Кажется, кто-то грустный.